Своих гостей богема встречает угощениями. На столах напитки, фрукты, легкие закуски. Сегодня в ресторане вечер латинской музыки. Пока артисты группы «Габбана Москва» готовятся к выступлению, публику развлекают фокусники. Когда гости рассаживаются по местам, музыканты выходят на сцену. Я очень рада, что мы сегодня здесь. Мы давно знаем коллектив, который это все здесь сегодня устраивает. И я лично очень рада, что сегодня мы проведем этот вечер здесь. Сегодня, говорят организаторы, своего рода знакомство с богемой. Все 6 залов в распоряжении гостей. 4 из них тематические, стилизованные под Марокко, Англию, Италию и Японию. Основной профиль ресторана – банкеты. На свадебные торжества здесь предоставляют украшения для залов, подбирают ведущих. Банкет мы можем сделать от 1000 рублей на человека. У нас можно принести свой алкоголь, фрукты, торт. Идем на встречу. Решаем любые вопросы с гостями. Идем на встречу, очень много делаем скидок. Это все при встречах, при составлении меню. Учитываем пожелания, делаем какие-то дополнительные блюда, которые они сами хотят, которых нет в меню. Это тоже мы на это идем. Сегодня главное блюдо – латиноамериканские хиты. На десерт – всеми любимые композиции отечественной эстрады. Музыкальный вечер в богеме проводят впервые. Гостям такое начинание пришлось по душе. С каждой песней на танцполе все жарче. Когда ты уже на эмоциональной волне, там уже тебя нет. Нет. То есть мы в этой атмосфере должны раствориться. Обоюдное движение навстречу. Мы что-то говорим, нам что-то, какая-то эмоция идет в ответ. Мы, основываясь на этой эмоции, дальше постараемся завязать такой диалог. Интересный, веселый концерт. Достаточно много гостей сегодня собралось в ресторане «Богема». Ну, надеемся на хорошее настроение, хорошее ощущение, которое мы получим сегодня от этого праздника. Концерты для богемной публики руководство ресторана планирует сделать доброй традицией. Уже 27 октября в заведении выступит группа «Краски». Выступления музыкантов ожидаются и в декабре, а также в новогоднюю ночь. Алина Чемерис, Константин Головин, события.